Трудовой фронт. Как сегодня объяснить молодым, что это было? 500 тысяч советских женщин в 1941-45 годах наравне с мужчинами воевали на фронте, а тем, кто остался в тылу, доставалось тоже не сладко. Ведь кто, как не тыл, одевал и кормил фронт? Кто, как не тыл, стоял за станками день и ночь? Кто, как не тыл, сеял и пахал землю? Стало доброй традицией собираться 14 февраля в доме Нины Алексеевны Дрепиной, ветерана Трудового фронта. Мы все с большим уважением и любовью относимся к этой женщине, ее выносливости, терпению, трудолюбию, любви к окружающим ее людям можно позавидовать. Двери ее дома не закрываются от посетителей. Одни приходят, другие уходят, и все желают этому чудесному человеку здравия и долгих лет жизни. Она наш долгожитель, и сегодня ей исполняется 95 лет. Нина Алексеевна как раз одна из тех работников тыла, на плечи которой легли все тяготы того военного времени на Кубани. Она только перед войной закончила педагогическое училище, не успела еще и поработать в школе, а тут и немцы оккупировали Кубань. И Нина Алексеевна стала обучать местных детишек втихую, чтобы немцы не увидели. А днями работала наравне с остальными женщинами в поле. Переехав после войны на побережье, она работала в школе. Ее ученики до сих пор не забывают ее, хотя сами уже стали бабушками и дедушками. Об этой женщине, о ее нелегкой судьбе можно написать целый роман. И не зря поется в народной частушке. «Ой, не все про горе плакать, и не все об нем тужить. Дайте времени маленечко мне в радости пожить». Под таким девизом и живет наша уважаемая героиня, и нам советует так же жить. Дорогая Нина Алексеевна, еще раз поздравляем вас с днем рождения. Живите долго-долго, чтобы мы могли всегда приходить в ваш гостеприимный дом и видеть ваши добрые глаза, полные любви и ласки. И дарим вам песню донских казаков. Казачки, военные люди, военные люди, никто вас не любя, военные люди, никто вас не любя, полюбила казачка, да варшавочка, бабочка, полюбила казачка, варшавочка, бабочка, взяла его за рученьку, повела в комору, взяла его за рученьку, повела в комору, а с коморы в комнате посадила в каравай, а с коморы в комнате посадила в каравай, посадила в каравай, сама стала целовать. Ой, казачки, казачки, военные люди, военные люди, никто вас не любя. Thank you.